1994 году в семье открылась балетная школа, которая сразу заняла свое достойное место в жизни города. За весь творческий период существования школы с искусством балета познакомились тысячи детей. Многие из них зарекомендовали себя на международных и республиканских конкурсах и фестивалях. Мы воспитали множество талантливых детей, которые сегодня выступают на престижных площадках страны и мира. Наши воспитанники – победители в международных конкурсах и фестивалях Казахстана, России, Китая, Италии, Франции, Швейцарии, Грузии, Болгарии, Латвии, Турции. Работа с детьми сподвигла руководство к расширению границ, как географических, так и творческих. Так, в 2006 году было зарегистрировано детское общественное объединение «Международный культурный центр «Дети мира» для реализации социально значимых проектов и сотрудничества с крупными отечественными и зарубежными организациями. Миссия детского объединения – способствовать реализации детского потенциала как самого перспективного ресурса нашего общества. Я хочу выразить огромную благодарность Республике Казахстан, стране равных возможностей для всех без исключения. Я благодарю нашего Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и президента Касым-Жумарта Токаева за возможность жить и работать в независимом государстве. Наша страна 30 лет под единым шанраком живет в единстве и согласии, где каждый имеет право продолжать свои национальные традиции, сохранять свой язык и свою религию. Общественное объединение проводит различные мероприятия, международный съезд детей-посланники мира, различные конкурсы для детей из сельской местности и малообеспеченных семей, а также активно участвует в волонтерской деятельности, организуя экологические мероприятия и благотворительные концерты. По словам руководителя Камилии Исмаиловой, расцвет независимости страны дал большие возможности, и важно это сохранить и приумножить. Сауле Байгалиева, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».